Конкурс «Галактика танца» собрал более 18 талантливых коллективов со всей страны – Тульской, Рязанской, Калужской, Московской, Нижегородской областей. Такая большая конкуренция только разодорила танцевальный коллектив «Сюрприз». На конкурсе девочки стали победителями в номинации «Классический танец». На суджури юные хореографы представили номер «Вальс-шутка». Они исполняли номер на пуантах. Занимаются классикой они уже 4 года. Вот, как бы подготовка у них хорошая, я считаю, потому что раз такие места занимают. Жюри оценивало конкурсантов сразу по трем составляющим – техника исполнения, построение номера, сценичность и артистизм участников. На сцене Тульского областного центра можно было увидеть коллективные, дуэтные и сольные выступления. По мнению воспитанниц ансамбля «Сюрприз», перед выходом на сцену главное правильно настроиться. Перед самым выступлением было очень волнительно выходить на сцену, так как было довольно-таки очень много людей. Ножки дрожали, но мы с девочками собрались и выложились на все 100%. Когда я узнала, что наш коллектив занял первое место, я просто прыгала от счастья в прямом смысле этого слова. Очень радовалась. Это было неожиданно, на самом деле, потому что дети были достаточно подготовленными. Хорошие танцы, постановки. Мне очень понравилось. После выпуска из детской школы искусств девочки не заканчивают свою танцевальную карьеру. Некоторые из них отправляются учиться на хореографов в другие города, а кто-то переходит заниматься во взрослые танцевальные коллективы Сарова. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.